Бичан приглашают подтянуть знания по орфографии и пунктуации. В апреле наш город в 7-й раз примет участие в акции «Тотальный диктант». Всех желающих, кто хочет освежить свои знания и потренироваться в написании текстов под диктовку, ждут в главном корпусе педуниверситета. Занятия «Русский по средам» еженедельно проводят ведущие преподаватели кафедры русского языка и литературы. Это профессора и доценты, которые входят в экспертный совет всероссийской акции в Бийске. Очередной подготовительный урок пройдет завтра в 17:30. Всех желающих приглашают написать и тут же проверить диктант по одному из уже изданных произведений писателя и журналиста Павла Басинского. В этом году именно он станет автором текста «Тотального диктанта». Добавим, что каждую среду бичан ждут приятные сюрпризы от волонтеров. В этот раз вы сможете передать привет и отправить письмо в любой из городов, участвующих во всероссийской акции. Отметим, что она зародилась 15 лет назад в стенах Новосибирского государственного университета. Бийск участвует в «Тотальном диктанте» уже в 7-й раз. И мы один из тех городов, кто после подведения итогов проводит церемонию награждения участников.